Суть проста. Во всех мифологиях, всех религиях, сколько найти, и в основе любой истории есть один и тот же мотив. Кто-то слышит далекий голос. Он выходит из дома один. Он идет по дороге из города в темный лес, где полно паутин. На пути он встречает монстров. Бьется с ними он также один. Он пока не герой, он боится всего, но он все продолжает идти. И в конце он приходит к логову. Будет сложно, но он победит. И дракона убив, он вернется домой, но уже не тем, кто уходил. Он поспит немного базар уной и опять в путь дорогу заново. И на этом построены комикс, сериалы, культуры, пласты. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Всем салют, с вами Гет. И, честно говоря, не ожидал такого актива на последнем ролике. Просто я читаю комиксы еще со времен ИДК. И мне казалось, что вся эта индустрия сейчас переживает кризис. Тем более, когда вся супергероика стала мейнстримом. И только ленивый не пытается выехать на этой теме. Спасибо всем за активность и фидбэк. В ближайшем будущем я продолжу тему Miller World'а. А сегодня я хотел бы рассказать об одном человеке, который, как сейчас говорят, перевернул игру в конце 80-х и начале 90-х годов. Естественно, фанаты комиксов поймут, о ком пойдет речь. По превью уж точно. Но я, дабы сохранить интригу, назову имя этой легенды где-то в середине ролика. У меня есть телега, куда буду выкладывать какие-нибудь файлы касательно видео. Фоновую музыку, например. Просто из-за авторских прав я частенько делаю себе музыку к видосам. Герой нашего видео родился 16 марта 1961 года в Канаде. Его отец был обычным работягой, который работал в полиграфии, дабы прокормить свою большую семью из 5 человек. Мальчик видел, как тот пашет в угоду большим фирмам, и придумал для себя 2 правила. Первое. Он будет жестко работать, чтобы прокормить свою семью, как его отец. Второе. Никогда не работать на дядю. Эти 2 правила сделали из нашего героя монстра, который уничтожал всех, кто пытался с ним соперничать. Его семья много путешествовала по Канаде, и в начале своего пути он не занимался рисованием или комиксами, а играл в бейсбол. У мальчика отлично получалось, и в будущем ему это помогло с учебой. Но в 16 лет он узнал о существовании комиксов, и это стало его вторым хобби. В голове у него не было и мысли, что обычный парень из рабочей семьи может стать художником комиксов. Тем более, комиксы делали далеко в Америке, а он канадец. В общем, чел сосредоточился на бейсболе, а комиксы читал в свободное время. Но все изменилось, когда по телевизору он увидел передачу, в которой показывали его любимый комикс «Люди Икс» Джона Бирна. Мальчик сначала не понял, почему по ТВ показывают комиксы. А потом оказалось, что художник Джон Бирн тоже канадец и живет в пару милях от нашего героя. Пацан осознал, что возможно у обычного канадского подростка есть шанс стать художником, и потихоньку начинает рисовать, придумывая своего собственного супергероя. Автором сценария его зарисовки является девочка Ванда, с которой он познакомился в школе. 16-летний пацан и 14-летняя девочка даже не представляли, насколько сильно их первый комикс в будущем повлияет на всю индустрию. Но это будет потом. А пока наш герой все равно с головой погружен в бейсбол и поступает в колледж на графический дизайн, получая спортивную стипендию. В планах у него было после окончания колледжа стать профессиональным бейсболистом. Учился он только для того, чтобы был запасной вариант, если в спорте не пойдет, работать вместе с отцом в полиграфии в Калгари. Помимо учебы, он работал уборщиком в универе и подрабатывал в магазине комиксов, где по вечерам делал зарисовки. Жил наш герой в трейлерном парке вместе со своей девушкой Вандой. Но все изменилось, когда на 3-м курсе он получает травму лодыжки во время матча по бейсболу, после которой пацан больше не сможет играть. Эта травма полностью меняет его жизнь. Теперь, когда на спортивной карьере поставили крест, парень решает во что бы то ни стало стать художником комиксов. Но чтобы хоть как-то выживать, он помимо учебы работает на 2 работах, а все свободное время учится рисовать и изучает комикс-индустрию. Его путеводителем по этому миру являлась коллекция комиксов. Он их изучает, как работает сюжет, стили рисования, неделями рисует чисто руки и ноги. После месяцев такой практики пацан боль-моль научился рисовать человеческое тело. Он начал делать раскадровки, чтобы понять, как вкинуть сюжетную составляющую в
картинки. Когда наш герой решил, что готов, он отправляет свой мини-комикс в издательство Marvel. Ему пришло письмо с отказом. Многие соевые твиттерские после пары отказов создали бы тред о том, какие корпорации злые и не позволяют ноунеймам устроиться на работу. Так вот, наш герой создает список редакторов всех издательств комиксов в Северной Америке и начинает каждую неделю рисовать мини-истории, делать ксерокопии и рассылать по адресам. Отказы сыпались как дождь. Некоторые люди давали ему советы. К примеру, сосредоточиться больше на повествовании и сюжете, а не рисунках. Ванда, несмотря на отказы, поддерживает его и верит, что он станет художником. В это было сложно поверить, потому что ему отказывали уже 1.5 года. Чтобы вы понимали, художниками комиксов начинают работать 18-19 лет, а нашему герою уже 24 года, и никто не предлагает ему работу. Но однажды, когда он возвращался домой со смены, Ванда сказала, что звонил некий Стив Энглхарт и предложил ему работу. Если вы думаете, что вам сложно найти работу или после нескольких неудачных попыток завязываете с каким-то делом, вспомните нашего героя, которому отказывали более 700 раз. Но в конечном итоге он поставит на колени все издательства. Итак, его устроили художником малоизвестного комикса под названием «Койот», который выходил от Marvel. Но, к сожалению, спустя 4 месяца работы эту серию закрывают, и наш герой снова остается безработным. Пацан возвращается домой и снова продолжает рассылать редакторам свои работы. И знаете, есть такая штука, как удача. Так вот, у DC был спин-офф Лиги Справедливости под названием Infinity Inc. И художник серии Дон Ньютон умирает от аллергии на молоко. Из-за этого редакторам нужен был художник, который сможет заменить Дона. И у одного из них лежала на столе посылка от нашего пацана. Его спросили, ты сможешь быстро завершить страницы? Чел ответил «да». И теперь наш герой решил не упустить эту возможность и топить до последнего, дабы закрепиться в индустрии. Несмотря на то, что теперь пацан являлся художником комикса, за который еще и платят, он знал, что нужно оттачивать свои навыки и выделяться на фоне других. Тут ему пригодились скиллы графического дизайнера, которые он получил в колледже. Он знает, что ему далеко до топ-художников, но, несмотря ни на что, продолжает улучшать свои навыки в рисовании, экспериментируя в серии, которую ему дали. Все это позволило стать постоянным художником. Многие, когда к ним приходят деньги, покупают машину или квартиру. Наш герой покупает обручальное кольцо и в Вашингтоне женится на Ванде. Пацан каждый день прокачивает свои навыки рисования, несмотря на низкие продажи Infinity Inc. Его замечают другие издательства. В 1987 году Marvel предлагает ему рисовать невероятного Халка совместно с топовым писателем Питером Дэвидом. Несмотря на непопулярность Халка, это было идеальной серией для нашего героя. Первое, что он изменил, это, конечно же, дизайн Халка. Пацан любил ужасы, и все это проявится в серии. Вот так выглядел Халк до прихода нашего пацана, а вот так его изобразил наш герой. Похоже на Франкенштейна из оригинального дизайна Джека Кирби. И вот мы подходим к самому переломному моменту в карьере Тодда Макфарлейна, героя этого видео. Итак, Питер Дэвид работал до этого в отделе маркетинга Marvel, и в серии про Халка он хотел, чтобы появился Росомаха. Поэтому он рвет свою жопу ради того, чтобы герой появился в 340-м выпуске Невероятного Халка. Чтобы вы понимали, в то время все хотели рисовать Росомаху, и тот появлялся во многих комиксах из-за сверхпопулярности. Макфарлейн мечтал рисовать этого героя. Тем более мы помним, что он в детстве фанател от Людей Икс. Питеру удалось получить разрешение на персонажа, и Макфарлейн рисует ебейшую обложку, которую повторили в Дэдпуле и Росомахе. В Marvel не разрешали рисовать чернилами, но Макфарлейн уговорил их дать допуск для этого выпуска. Благодаря чернилам чел рисует кучу мелких деталей, и картинка выглядит гораздо лучше, чем без чернил. Покупатели были в восторге от этого номера с диким графическим стилем, который передавал весь экшен с печатных страниц. В одном из интервью Тодд сказал: «Я смогу продать комикс, нарисованный Микеланджело, сюжетом, который придумает школьник. Но не смогу продать комикс, написанный Шекспиром и нарисованный моей матерью». Макфарлейн делал максимальный упор в графику. В общем, после триумфа с Халком, Макфарлейн прилетает в офис Marvel и заходит в разные отделы,
чтобы глянуть, кто чем занимается и как другие делают комиксы. Может быть, у кого-то будет к нему предложение. У одного из редакторов должно было освободиться место художника для Человека-паука. Но тогда все предупреждали о том, что лучше туда не лезть. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный! Ты чё, хуёво тебе сказали, что ли? Залезь нахрен нахуй обратно, блядь! Дебил, блядь! Она тебя сожрёт, блядь! Нахуй ты! В это время Человек-паук был так же популярен, как и сейчас. Но он сдал позиции и опустился в рейтинге с 1 на 22 место. Первым художником Человека-паука был Стив Дитко, который сделал идеальный дизайн и графический стиль. После ухода Стива Стэн Ли нашел нового художника по имени Джон Ромита, который работал в DC и мог сделать паука коммерчески успешным. Именно паучок Ромиты стал культовой версией персонажа, его дизайн был на всяком мерче, который отлично продавался. Но когда Джон ушел, художникам приказали рисовать в его стиле, так как могли упасть продажи. До 90-х годов в Marvel вообще запрещали как-либо выделяться художникам и изменять дизайны персонажей. Ромиту назначили арт-директором Marvel. Ему нужно было следить за тем, чтобы паучок был в едином стиле. Даже приходилось перерисовывать готовые страницы. Из-за этого подхода паучок упал в рейтинге. Это была идеальная среда для революционера Тодда Макфарлейна, который шел против правил и давил своим стилем. Он попадает в команду, которая рисует комиксы про паука и хочет изменить все постулаты, на которых держался персонаж. Первое, что меняет Тодд, это Мэри Джейн. Он ее рисует в стиле 80-х. Питера Паркера он также делает более мускулистым, симпатичным парнем. Но больше всего изменениям подвергается сам Человек-паук. Его рисовали всегда с акцентом на человечность. Макфарлейн делает упор на его паучью составляющую. Он рисует огромные линзы на маске и создает новый стиль паутины, которую прозвали паутиным спагетти. Раньше ее изображали как две линии и куча крестиков между ними. Макфарлейн же рисовал больше нитей и завитков, делая ее детальнее. Он рисовал паучка в специфичных, нестандартных позах, в отличие от прошлых версий. Но была проблема. Редакторы были в гневе. Но Ромита не смог перерисовать некоторые детали. И в итоге комикс вышел с нотками Тодда. К сожалению для Marvel, новый дизайн паучка заходит аудитории. И комикс разлетается как горячие пирожки. В итоге Тодд рисует так, как хочет. Редакторы его хуесосят, продажи растут. При этом Макфарлейн продолжает прокачиваться в навыках рисования. Многие критики говорили, что Тодд плох в рисовании анатомии человека. Но фанатам наоборот заходит. Amazing Spider-Man становится вторым ежемесячным бестселлером Marvel, уступая только людям X. Marvel приказывает другим художникам рисовать паучка в стиле Макфарлейна, так как теперь на всем мерче будет его новый дизайн. Работа Тодда над Amazing Spider-Man сделала его суперзвездой индустрии. Итак, научившись рисовать карандашом, чернилами и прокачав свои навыки, Тодд решает уйти из Marvel. Редакторы в шоке и в попытке удержать художника, ему предлагают рисовать свой собственный комикс про Человека-паука, где ему даже позволяют быть сценаристом. Итак, что вы знаете о перекупщиках? Да-да, тех самых Савита или OLX, которые, к примеру, когда-то купили какую-то коллекционную вещь и через время продают за дикий прайс. Так вот, в то время эта тема уже существовала, и многие закупались комиксами, карточками и прочими вещами, в надежде на то, что спустя время их можно будет дорого перепродать. К примеру, первый номер Action Comics с появлением Супермена сейчас оценивается в районе 6 лямов баксов. Издатели прохавали эту тему и начали выпускать комиксы с разными вариантами обложек. Поэтому перекупам пришлось покупать кучу версий одного и того же комикса, в надежде на то, что в будущем какая-то версия взлетит в цене. Особенно издатели так делали, когда запускалась новая серия, так как первый выпуск считается самым ценным. Marvel было в плюс выпустить новую серию про паучка, да еще и с первым выпуском. Макфарлейн также мог хорошо заработать с этой темки. Конечно же, были созданы разные версии обложек для первого номера. В итоге первый выпуск Человека-паука от Тодда Макфарлейна под простым названием Человек-паук продался тиражом в 2,5 миллиона копий и стал самым продаваемым комиксом всех времен. Но Тодд сильно рисковал своей репутацией, так как был не только художником,
но и сценаристом, а как мы помним, в сценариях он не был силен. В то время как НН авторы практиковались в написании малоизвестных книг, Макфарлейну дали крупнейшую франшизу для написания своей истории. Нил Гейман вспоминает то время, когда весь офис DC угорал над сценарием этого паучка. Тот и не отрицал свои слабости как писателя, но он сказал: «Я не позволю какой-то хуйне, типа неумение писать хорошие сценарии, остановить меня». В то же время у редакторов были проблемы с мрачным тоном истории, который рассказывал тот. Арка Perceptions, в которой Человек-паук имел дело с коррупцией в полиции, изнасилованием детей и убийством, привели к тому, что некоторые магазины отказались продавать комикс. Это создало дополнительную напряженность между Макфарлейном и боссами Marvel, которые считали Человека-паука как исторически беззаботного персонажа, продаваемого подростком. Тот рисовал все, что хотел, и не был скован, как другие художники, так как это была его серия про паучка. И на самом деле, несмотря на слабые диалоги, рисовка в этой серии просто ебейшая и показывает совершенно другой уровень, в отличие от художников того времени. Несмотря на критику коллег, его комикс был популярным и отлично продавался. Но редакторы и руководство Marvel высосило Тодда и говорило, как и что он должен делать. Макфарлейн старался заткнуть руководство успехом своей серии, но, к сожалению, им было на это пофиг. Напишите в комментариях, если хотели бы увидеть ролик про паучка от Тодда. Там всего 14 выпусков, но сами понимаете, насколько эта версия дружелюбного соседа отличается от других. Да, он заработал много денег на серии, но, вспоминая своего отца, как тот также работал на дядю, которому приказывали боссы, думал об уходе. Последней каплей стал фрейм в 16 выпуске, где Макфарлейн нарисовал меч, который протыкал глаз персонажу. Marvel в ярости приказали исправить страницу. Тот прислал перерисованную страницу вместе с заявлением об увольнении. На самом деле он уволился не только потому, что его заебало руководство Marvel. Была еще одна причина. У него родился ребенок, и тот просто не мог рисовать ежемесячные выпуски. Казалось бы, мечта пацана сбылась. Тодд Макфарлейн стал профессиональным художником комиксов. Но теперь у него появилась обида на крупные издательства и новая цель. Итак, работы больше нет. Тодд решает рисовать коллекционные карточки с артами хоккеистов. Но, к сожалению, в мире спорта художника никто не знает. И когда он пришел в офис НХЛ, его посылают куда подальше. Тогда появляется план Б. Еще работая в Marvel, Тодд думал создать профсоюз художников. Хоть он и был молод, но очень сильно хотел поднасрать боссам издательств. Долгое время он уговаривал топ-художников уйти из Marvel и основать свое дело. Несмотря на то, что от Тодда не выходило каких-то комиксов, он хотел сказать издательствам, что теперь будет их конкурентом. Ему улыбнулась удача. На одном аукционе он встречает Джима Ли, самого коммерчески успешного художника в Marvel. Макфарлейн хотел причинить боль большим шишкам. Хз, что говорил Джиму Тодд, но в итоге Ли уходит из издательства. В гостинице Тодд встретил еще одного уважаемого художника того времени, Марка Сильвестри. Ему он также предлагает свою идею. И на следующее утро Тодд, Ли, Ванда и Лифелд в офисе Marvel объявляют о своем уходе. Те говорят, что мы вам много платим, почему вы уходите? И не понимают Тодда, который хочет не денег, а уважения к сотрудникам, хотел, чтобы его слушали и благодарили за то, что он делал. Marvel сказали: «Вы потеряете много денег, люди читают наши комиксы из-за известных персонажей, ноунеймы никому не нужны, вы просто облажаетесь, у вас ничего не получится». В 1992 году Тодд вместе с 6 художниками, которых он переманил к себе в команду, создают новое издательство под названием Image Comics. И достает из своего школьного прошлого персонажа, который придумал, будучи 15-летним подростком, Спауна. Между прочим, многие спорят по поводу того, кто придумал Венома. По сути, Тодд сильно повлиял на создание этого персонажа, но как будто знал, что свои лучшие идеи оставить для себя. Спаун был как раз такой идеей. Тодд любил рисовать паутину паучка, и у Спауна вместо них были цепи. Он был похож одновременно на паука, Бэтмена и Дракулу, увешанный черепами. Его дизайн — это и возврат в 80-е, и одновременно лучшая вещь, которая могла существовать в 90-х. В общем, про Спауна нужно отдельное видео, там довольно много всего. Суть в том, что это был второй комикс от Image, до этого выходил Young Blood от Лифельда. И первый выпуск Спауна хайпанул. Да, все снова обосрали Тодда за слабость сценария и диалогов. Но
комикс был продан тиражом в 1,7 миллиона копий. По состоянию на 2007 год это до сих пор рекорд для независимого издания комиксов. Чтобы вы понимали, недавно вышел «Абсолютный Бэтмен» — новая серия топ-героя DC. И там сейчас продано всего 200 тысяч копий. Первый выпуск «Спауна» был из самой качественной бумаги и краски. То есть, покупая комикс, люди понимали, что перед ними премиальный продукт. А комикс продавался за ту же цену, что и остальные от Marvel и DC. Так вот, Marvel в ахуе. У них после ухода топ-художников просели продажи, а когда появился Spawn, упали акции. Команда Макфарлейна доказала, что авторы важны для фанатов, и можно выехать без популярных персонажей. Но это было только началом. Спустя 7 выпусков, которые он писал сам, и заебавшись читать критику по поводу сценария, к тому же сам Питер Дэвид, с которым он делал невероятного Халка, обсирает Макфарлейна больше всех. Все это дошло до дебатов на Комик-Коне между Тоддом, который пришел в боксерских трусах, и Питером, который его жестко критикует. Победил Питер, а Джордж Перрис, кумир Макфарлейна, нарисовал арт, как Халк разбивает Спауна. Джон Бирн, человек, которого Тодд в детстве увидел по ТВ и вдохновил его, пишет в статьях о том, какой Тодд дурачок и называет его малышом. С одной стороны, Макфарлейн говорит, что ему похуй на критику, ведь Спауна все равно будут покупать. Но с другой стороны, он делает ход конем и нанимает топовых писателей Алана Мура, Нила Геймана, Дэйва Сима и Фрэнка Миллера, которым платит по 100 баксов за страницу сценария, без контрактов и прав собственности. В этой фантастической четверке больше всех выделяется Гейман, ведь его работы совершенно другого, так сказать, жанра, более медлительные и спокойные. Но каким-то образом этот коллаб создает лучшие выпуски про Спауна, а Гейман придумывает таких персонажей, как Анжелу, средневекового Спауна, и сюжеты становятся более качественными. План Тодда работает. Эти 4 выпуска расходятся тиражом более миллиона копий. После 15 номера Макфарлейн перестает быть постоянным художником для Спауна. Спустя 9 лет работы в индустрии комиксов он откладывает карандаш для своих новых идей. Фанаты были шокированы. Они думали, что Тодд хотел рисовать свою историю без каких-либо ограничений. Но Макфарлейн также хотел быть и со своей семьей. Его план состоял в том, чтобы избавиться от рутинной работы. Он не хотел становиться Джеком Кирби. Он хотел стать Стэном Ли, парнем, имя которого стоит в начале книги и который управляет империей интеллектуальной собственности. Серия продолжала оставаться хитом. И в 1993 году Wizard объявила Спауна самым продаваемым комиксом, который публикуется ежемесячно. И когда Спаун начал набирать обороты, пузырь перекупов лопнул, половина магазинов комиксов закрылись, акции обвалились, а Marvel объявили о банкротстве. Думаю, на этой ноте можно и закончить. Вот такая история взлета парня из рабочей семьи с Канады, который смог добиться высот и уничтожить издательство Marvel. Говорят, нельзя создавать себе кумира, но, пожалуй, история Тодда наглядный пример, как желание и труд могут совершить чудо. Благодарю за просмотр, всем пока.